Курортный сегмент, тренды, инновации и перспективы. Этой теме посвящен форум. В качестве спикеров выступают генеральные менеджеры в сфере рекламы, бизнеса и туриндустрии. Участников форума приветствовал министр курортов Краснодарского края Христофор Костантиниди. Он отметил, что Сочи в качестве площадки для проведения этого форума выбран не случайно. Город является флагманом среди курортов Краснодарского края. Сегодня курорты Краснодарского края – это главный курорт России. И, безусловно, мы одни из лидеров по туристическому потоку среди регионов Российской Федерации. Конечно, есть проблемные моменты, но у нас в любом случае, несмотря на спад за последние годы в ряде отраслей, санаторно-курортный туристический комплекс демонстрирует системный уверенный рост и развитие. Такой результат – показатель эффективной работы бизнеса, власти и общества. В Сочи резкий подъем уровня сервиса и туристических потоков произошел в олимпийский период. Наряду с инфраструктурой изменились и возможности курорта. Помимо бальнеолечения, Сочи стал предлагать отдых не только в прибрежном, но и горном кластерах, а также насыщенные событийные мероприятия – 280 в год. Хороший результат курорту принесли информационные туры главы Сочи в регионы России. Рост произошел от 15 до 30%. Поэтому мы думаем, что в этом году обязательно мы продолжим. И это будет не 15 городов, это будет гораздо больше. Организуем различные мероприятия, связанные с тем, что самое главное – это показать Сочи. Заместитель главы города отметил, что сочинские ательеры не собираются повышать цены, и стабильность экономики на курорте – основная позиция. Поэтому как в начале летнего сезона, так и до сих пор заполняемость курорта составляет почти 90%. В целом же за высокий сезон в Сочи отдохнули 4,5 миллиона человек. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.